Доброе утро, уважаемые друзья. Сегодня 2 мая 2016 года, понедельник, время 9 часов 5 минут. Город Раковник, Чехия. Турнир первой категории ТЕ. Турнир называется Богемия Карфекс. Корт номер 4. Корт номер 4. И на корте номер 4 в матче первого круга встречается представитель России РБОЛ РДР, ЛДР, Улу против представителя Польши Николай Лоренц, Польша. Ну, поляк, 10-й сеянный на турнире. Началась разминка. Кривой. Сразу хочется отметить, что корты очень посредственного качества. Вот сейчас вот первый вариант на разминке, хотя бы РБОЛ должен понимать, что отскок кривой. Надо внимательнее быть, ходить чуть дальше, чтобы как-то не допускать ошибки при плохом отскоке. Матч без судей. Польский спортсмен готов. Приличная подача. По направлению подает туда-туда, куда хочешь. Ну, в общем, посмотрим, как будет развиваться матч. Части корта, значит, бейсболки белого цвета, польский спортсмен без головного убора. Это чтобы вам удобнее было понимать, кто и где находится. Судейства нет. Еще раз, погода хорошая, тепло. Где-то порядка минимум плюс 18 градусов, солнце, дождя нет, очень хорошая погода, ни ветра, ничего. В общем, спортсмены заканчивают разминку и сейчас начнется матч. Обращаю ваше внимание еще раз, что матч проводится без судей. Спортсмены будут судить сами друг друга. Жребий, не могу сказать, кто выиграл жребий, но во всяком случае подавать, я так понимаю, будет польский спортсмен. Подавать будет польский спортсмен. РБОЛ принимает на ближней к нам половине корта. Нет, РБОЛ подает. РБОЛ подает. Что хочется сказать про турнир? Ну, действительно, это первая категория, Европа. Итак, 0-0 на подаче РБОЛ. Не проходит первый мяч.
как хорошо работает очко. Поляк. Тянет все. Низкая посадка ног при его росте, но достаточно приличный атлетизм. Тащил буквально все. Арбол вынужден был уже с первого мяча, с первого очка идти вперед, чтобы завершать розыгрыш впереди. Проходит Арбола первый мяч. Спасает сетку. Арбол поляк потом вторым мячом сразу по месту счета. Очень хорошо готовит. Поляк не простил прям ничего. Даже мяч свалился с троса, и он сразу же положил по месту. Очень прилично. Низко стоит поляк на приеме. Не идет первая арбола. Срывается прием у поляка. Вторым мячом достаточно подавать. Не надо. Вторым мячом. Поляк очень низко стоит на приеме, широко расставив ноги. Такое складывается впечатление, что двигаться из этого положения не очень удобно. Ну, посмотрим. С таким ростом так низко сидеть. Первая прошла у Эрбола. И поляк ошибается. Вот уже две грубых ошибки поляка с приема. Не идет первый мяч. 40-15. Вторую вкрутил четко. И опять ошибка. Легко достаточно. Последние три очка взял арбол. Переход 1-0 пока что ведет в первом сете. Ну, в общем, как-то то ли связано это с каким-то нервным волнением, то ли еще что-то с польского спортсмена. Михаил его зовут, Михаил Лоренц, Польша, 10-й номер посева. Сетка на 64, еще раз, уважаемые друзья, хочу сказать. Первый круг играется в 2 дня, поляк на подаче 0-1. Приличная подача польского спортсмена, 15-0. Причем на разминке было ясно, что поляк подает куда хочет. Правильно играл арбол по направлению, но ошибся с сантиметров 20, 15-20 за боковую линию. 30-0 на подаче Михаэля. Не проходит первая. Вторая четкая. И вот сразу с отскока поляк ошибается. Ну, как-то странно. Видимо, стартовое волнение сказывается. Поляк допускает много грубых ошибок. Очередная ошибка польского спортсмена. Ровно. Вот здесь нужно просто держать мяч в площадке. Пока что этого достаточно. При кривом корте важно попадать в площадку. Не идет первая. Может быть, подсядет польский спортсмен. Посмотрим. Двойная ошибка. Вот. То, что нужно. Просто держать мяч в площадке. Меньше. Так хорошо он брал вначале очки, потом садится. То есть задача на приеме просто держать мяч в площадке. Первая прошла. Да, удивительно. Чемпионское качество польского спортсмена в таком счете подать остро первым мячом.
Но надо терпеть. Надо терпеть и играть то, что нужно играть. То есть принимать хотя бы вторую. Вот в площадку и с короткого поляк разобрался. Больше. Больше у польского спортсмена. Не идет первая. И вот сейчас нужно вторую. Принимать надо вторую. Эрбола надо принимать вторую. Вот он, кривой отскок. Эрбол готов. Нужно ждать. Укороченные мячи. Ждать. Второй раз уже за первый сет, за два гейма. Поляк уже второй раз укорачивает. В принципе, укороченный удар приличный, но... Эрбол готов. Нужно быть готовым, пробрасывать вперед и работать дальше. Четко, четко поляк готов. Если неуверенный прием короткий, он в принципе неплохо разбирается. Да, помогает польскому спортсмену подача по одному. Очень внимательным надо быть. Польский спортсмен хорошо готов атлетически. Приличный рост. Достаточная мышечная масса. Технически обучен хорошо. Качественное движение на подаче. С отскока, с короткого мяча все нормально. Но пока что единственное великовато количество брака. Ну, видимо, связано с волнением при игре с отскока. Да, у эрбола не идет первая. Вторая, в принципе, безупречна. Плосковатая игра польского спортсмена. Очень неплохо у него поставлен удар. Неплохо поставлен удар с отскока. Вот в такой игре, когда мяч... листит от эрбола достаточно плотно, поляку это удобно делать. Хорошо. Прошла первая у эрбола и по 15. Выбрасывает горку эрбол, в принципе, верно. Но поляк тут же разбирается. Четко вошел и пробил по месту. Да. 0.30. А, нет, 15.30 на подаче эрбола. Польский спортсмен, в общем-то, пока ничего не простил. Буквально ничего не простил. Сразу забивает. Низкая посадка поляка на приеме. Включает ноги. И с мягкой подачи эрбола сразу с открытой ракетки буквально в один удар кладет по месту. 15-40. Да, двойной брейкпоинт у польского спортсмена. Первая эрбола. Вторая, в принципе, ничего. Была в тело. Поляк не смог отойти в сторону. Но брейкпоинт у польского спортсмена остается. Прошла первая,
Везет немного эрболу. Мяч после подачи пускается на линию. А, видимо, что-то со счетом я. Что-то со счетом я, видимо, неправильно считал. Эрбол берет подачу. 2-1. Эрбол пока что впереди. 2-1. Пока что эрбол впереди в первом сете. Польский спортсмен подает с задней части корта. Солнце в глаза, в принципе. Вот грубая ошибка. Грубая ошибка. Второй мяч. Вот сейчас задача эрбола обрабатывать вторую площадку. Площадку торопится эрбол, нужно было сыграть надежнее. Вторую нужно не забивать. Вот тактически мы так предположим, что тактически сейчас эрбол неправильно сделал. Он пытался забить. Ошибается эрбол. Идет проверять. Ну, мяч заигран, надо было раньше. 30-0. 30-0. Легко. Легко отдает эрбол очки. Легко. Легко эрбол отдает очки. Легко. Расстроен. Сетка при выполнении первой подачи. Технически можно сказать, что он подготовлен неплохо. Техника выполнения ударов польского спортсмена с отскока более плоская. В результате у эрбола больше вращения, но за счет этого снимается длина. Проходит первая. Четко поляк сыграл, эрбол укорачивал, но он принял такое решение. По два. Не вижу, я след не могу найти. По два. Эрбол сейчас подает достаточно комфортно. Солнце в спину. Двойная. Немножко не в своей тарелке эрбол. Понимает, видимо, где-то подсознательно понимает, что поляк хорош. Михаэль хорош. Готов, двигается, технически безупречен. То есть... подача. Срывает поляк прием и начинает поляк спокойно. Был
переходит на такие накрученные горки. Резанный удар. Поляк безупречен. Выбрасывает косой короткий с резака. И рыбол ошибается, не доходит ногами до этого мяча. Очень приличный уровень демонстрирует польский спортсмен. Рыбол, в принципе, играет свой теннис, но пока что у него не удается. 0:30. Опять не идет первая. Тяжело. Тяжело рыболу. Пробить через коридор, но не доходит, тяжело, не получилось. 0:40. Да, успокойся, успокойся, все нормально. Вот. Не идет первый мяч. Как хорош польский спортсмен. Ничего не прощает. Делает брейк в первом сете, ведет 3-2. Пока что закончим этот файл, начнем.